Вітаємо глядачів Політек онлайн каналу без цензури. Юрій Романенко, політолог, у нас на зв'язку по скайпу. Юрію, ми розуміємо, що ця тема вже набридла за останній тиждень. Це тема, яка пов'язана із розглядом справи у Конституційному суді. Власне кажучи, указ президента Зеленського про розпуск парламенту. На вашу думку, коли ми почуємо вердикт суду і яким він буде? Я поняття не маю. По-моєму, ніхто не має поняття, навіть президент. Тому тут не чим говорити. Треба просто взяти і дочекатися рішення Феміди. Ну да, що хтось мені дзвонить, або вам хтось дзвонить. Там, я думаю, що Зеленський не особо в курсі. Ну, короче говоря, я думаю, що це тут удивительний случай, коли у нас все йде таїнственним путем. А давайте спрогнозуємо, який буде перебіг подій, якщо суд все ж таки визнає указ Зеленського неконституційним. Що тоді? Ну, я не знаю, это зависит от того, как будет дальше действовать Зеленский. Вот. То есть, я реально не знаю, потому что будет Зеленский жать дальше, он будет как бы загонять Раду на перевыборы. Скажет, окей, давайте на выборы осенью. Ну, и мне кажется, что все-таки он будет их загонять на перевыборы, потому что при том росте рейтингов, которые наблюдаются, с его стороны было бы глупостью уступать. Ну, и тем более, что мы видим, что политические партии потихонечку разворачиваются, съезды провели, там списки показывают, то есть готовятся к выборам, реклама пошла. Так что, ну, все готовятся. Честно говоря, вот я не знаю, будут выборы, не будут, но я думаю, что это на самом деле не так принципиально, потому что в любом случае, какие бы выборы ни были, то есть 21 июля там, или 27 октября или какое-то другое время, но очевидно наметился такой очень серьезный слом, связаны с тем, что старые партии просто идут на вылет одна за другой, а новые, наоборот, очень быстро набирают очки. Ну, прежде всего, «Слуга народа», которая имеет все шансы взять 50+, соответственно, сформировать полностью под себя правительство, сформировать в Раде большинство, иметь президента этого большинства. То есть у нас будет тот редкий случай, когда впервые в истории независимой Украины у нас появляется полная связка по всей вертикали между президентом и парламентом и правительством. На вашу думку, така монополізація влади, це позитивно буде для України? Ну, скажем так, это не монополізація власти, потому что, ну, это же не 100%, там, да? То есть у нас будет оппозиция, у нас просто народ на данном этапе доверяет Зеленскому и, соответственно, дает ему такой большой мандат. Во многих странах Европы, скажем так, бывали случаи, когда президент или правящая партия получала такой большой мандат. Не будем далеко ходить, соседняя Польша, где ПИС правит там, или правил без коалиции, по сути, сам. Вот. И, ну, в этом нет ничего страшного. Орбан правит в Венгрии, соседние тоже, ну, фактически, как бы, имея преобладающее большинство. То же самое Эрдоган в Турции. Ну, на самом деле, это не из ряда вон выходящая ситуация, это раз, два. Эта ситуация хороша тем, что она дает шанс Украине наконец-то начать двигаться, поскольку такая концентрация власти, она уже не позволит пенять на то, что кто ж там что-то недочув, кое-что виноват и инши члены коалиции, что це не мы, це вони. Ну, то есть все, теперь такого не будет. На попередники не звались. Що? На попередників не звалиш. Да, то на попередників не звалиш, тепер нужно просто действовать. И, соответственно, если ты ничего не будешь делать и там через какое-то время будешь говорить: "Ой, вы знаете, у нас не получается", ну, точно так же быстро пошлют куда подальше Зеленского, как вот только что послали Порошенко. Вот. Так что меня лично это все радует, потому что у нас наконец-то появляется шанс стать нормальным, получить нормальное государство, поскольку начался полноценный слом элит, несмотря на то, что старая элита и глубинное государство, то, что мы с Дацюком развиваем тему, оно ожесточенно сопротивляется, но слишком много изменений прошло в мире, слишком много изменений происходит в нашем обществе, чтобы эти изменения можно было дальше игнорировать и жить так, как мы жили. То есть это требование исторического момента, начать меняться, начать быстро двигаться, начать проводить наконец-то полноценные реформы и прочее.
прочі вещи. Вот і все. Зрозуміло. Юрію, на цьому тижні представник президента Верховної Ради Руслан Стефанчук озвучив ідею Банкової створити в Україні двопалатний парламент. Як вам взагалі така ідея? Ну, в двухпалатном парламенте нет ничего страшного, но я уже критиковал Стефанчука за эту идею в том плане, что пусть сначала президентская партия, тем более, что если вот они получат такой мандат большой, пусть они сначала решат те проблемы первостепенные, которые касаются миллионов. Вот у меня сейчас Федерация работодателей прислала 8 вопросов президенту, где они ставят очень конкретные питання, як знизити налогову, знизити, точніше говоря, процентну ставку, там, да, уменьшити налогове обложення, там, і т.д. і т.п. Тобто людей волнують прості питання, вони хочуть на них отримати прості відповіді. Хоча ситуація складна в країні, я не спорю. І це перше. А друге, для того, щоб ця вся система хорошо працювала, пусть слуга народу спочатку освоїть управління однопалатним парламентом. Прежде чем они, если там действительно будут запалы, они будут строить двухпалатные. Почему? Потому что у них еще партия у самих не структурирована, и как партия таковой не является. Это первое. Поэтому мы видим, как все проводится в спешке, как какие-то люди в списке исчезают, а какие-то люди в списке появляются, потом эти люди в списке исчезают. Там. И, соответственно, ну, для того, чтобы это все выглядело солидно, основательно и был какой-то хороший эффект, то сначала нужно просто освоиться с теми инструментами, которые есть. А так, в принципе, я не против двухпалатного парламента в Украине, но мне кажется, что вот при той ситуации, которая сейчас есть «Слуга народа», им сначала научиться бы партией управлять, а потом уже и государством, а потом уже ставить более такие масштабные задачи. Юрію, багато хто говорить, що створення в Україні двопалатного парламенту – це шлях до федералізації. Ну, слушайте, ну багато хто що говорить. Ну, говорять, а що з цього? Ну, зокрема, ваші колеги, от Сергій Таран про це говорив, і Олександр Сергій Кучерков. Таран йде по списку, в списку Європейської солідарності, яка обосралась, і яка 5 років могла, скажем так, показать, как нужно управлять. Тем более, что Гройсман, который когда-то был в коалиции с Порошенко, об этом же говорил. Поэтому то, что говорит там Сергей Таран, то, что говорят там у Порошенко, ну, это, в принципе, нет смысла особо слушать по той простой причине, что они получили низкий мандат, доверие, а на парламентских выборах получат еще меньше. Вот еще. А может быть, даже и не пройдут в парламент. Вот, поэтому они, вот эти свои ширмы идеологические и слова пустышки, которые привыкли произносить, пусть своим там, в своем семейном кругу произносят, а людей они уже просто не убеждают. Вот и все. Поэтому давайте лучше попрощаемся с Сергеем Тараном, который так и не стал депутатом, и особенно с Петром Алексеевичем, для того, чтобы они отвалили от общественного массового сознания своими идиотическими предложениями. Вот и все. От Порошенко все ж таки сподівається навіть у Верховній Раді утворити спільну коаліцію із партією «Слуга народу». Ну, Петр Алексеевич известный фантазер в том, что касается публичной риторики. Но я думаю, что как реалист, который долго сидел на потоках и управлял теневой составляющей вот этого глубинного государства, он прекрасно понимает, что его никакой коалиции с ним никто создавать не будет. Тем более, что сегодня «Слуга народа», руководитель штаба, заявил о том, что не собирается объединяться с Тимошенко, «Слуга народа». Так что, если они не собираются объединяться с Тимошенко, которая, ну, в общем-то, вполне лояльно относится к Зеленскому и партии новой, и вообще говорит о том, что нужно поддерживать все их начинания, то что говорить о Порошенко, который оскорблял, унижал, делал пакости, заводил уголовные дела и прочие вещи, а теперь ему вдруг должны все простить. Да наоборот, Зеленский сейчас должен их максимально разгромить, добить, загнать под ковер, чтобы они даже думать не могли о реванше. Потому что пока не будет наказания за дела, которые натворили, пока не будет в нашей стране порядка. Порядок начинается с ответственности. И Петр Алексеевич вместе со своей этой всей бригадой, Порубьями, всеми этими Геращенками, Иринами, Луценками и так далее, должен понести ответственность за те действия, бездействия, которые они чинили на протяжении 5 лет. Так же, как и их попередники. Вот эту всю шоблу их нужно
поставить в соответствующие рамки и в порядке определенным законом наказывать, если есть основания, и отсекать, если, скажем так, не за что наказывать, но просто отсекать от власти, потому что вся эта элита, которая 20 лет там правила фактически страной, ну, даже не 20, меньше, после Кучмы с 2004 года, вот, она, ну, в принципе, обанкротилась. Все. То есть эти выборы, вот как мы в Институте будущего в 2018 году, когда делали прогноз, то мы говорили о том, что эти выборы будут Рубиконом. И от того, как Украина пройдет этот Рубикон, вообще зависит ее перспектива, будет она существовать или не будет. Я вам могу сказать, что пока все выглядит, что, в общем-то, все, все неплохо, потому что слом, вот этот элит обозначает слом старой модели, которая, в принципе, Украину завела в никуда. Вот и все. Зрозуміло. Юрію, дякую, що долучились до нашої розмови. Політолог Юрій Романенко був на зв'язку по скайпу. Дякуємо, що дивитесь «Політек онлайн» і до нових зустрічей. До побачення. Кожен раз, як подонки і мародери стаються безнаказаними, простим людям приходить недобрий вечір. Підписуйся.